Три. Ну чё, давайте, пацаны, кто из нас первых трехочковый-то забьет сегодня? Да давай, я, давай, я. Всё. Давай, забивай. Ну давай, 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 давай. Трехочковый надо издалека. Так, смотрите, я. Ну, Кирюх, ой, трехочковый издалека надо. Вот вот так вот только очень высоко кидаю. Очень высоко. Оп. Пацаны, кто это? Это кто? О, тихо! Кто это? Кто это? Я маньяк, ребят, чё вы начинаете? А чё, а почему у вас оружие в ногах? А почему у вас оружие в ногах? Это просто, чтобы сделать... В общем, ребята, всем привет, с вами снова Кофи, Барбач, Алекс Фокс и Джонни. Сегодня мы будем играть в маньяка в CSGO. Хоты, всем здорово, чуваки! Всем яло, друзья! Хелса, привет, всем привет! Ж, ребятушки, побежали! Давай, 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 давай. У тебя уже, Кирюх, как я понимаю, есть заготовленная ныщица. Есть заготовленная. Да? Не туда, не у туда, не туда, ребята. Пойдемте так, за мной. Так, давай, Кирюх, давай, вот следуем. Так, подождите, где-то здесь, где-то. Где же она? Так, так время, время, сюда, у нас сюда, время, сюда, время, сюда, время поджимает. 30 секунд, сюда, у вас сюда. Еще дофига. Сюда. Я выхожу в 4. Чего? Джонни, 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 сюда. Так, давай сюда. Ну-ка, ну-ка, сюда, сюда, давай, сюда, сюда, ребята. Давайте. Мне интересно, как далеко он пойдет, как бы, да, потому что, ну, чтобы дойти до этой нычки, нужно нехило так пройтись пешочком. Мы, короче, убежали в дальний-дальний дворик. Далеко, так, осталось чуть-чуть, я выхожу, ребят. Хотя, ну, нет, давай, ну, давай. Мы нас бабушки в другой двор носом прогнали, мы поэтому да. Там. Да. Мне нравится, что у нас тут просто... Ну, а, я понял, вот надо мной, да? Здесь место самое главное. О, да, мы видим тебя, кстати. Да пиздец. Мы тебя видим, видим. Ладно, Саня, все, давай выходи и ищи нас, вот. Давай, гоу-гоу-гоу. Если что, мы будем тебе давать, возможно, иногда подсказки, где мы находимся и так далее, вот. Потому что, ну, мне кажется, просто ты нас так иначе не найдешь. Ну, я знаешь, много всякого есть. Я не могу. Подожди. Быстрее, я надеюсь, он... Давайте, меняем, нам нужно поменять позицию. Давайте телепорт, телепорт. Давайте, давайте. Блин, как хорошо, что он не знает, что вот тут есть такой телепорт. Да, это очень здорово, на самом деле. Какой нахуй телепорт? Кирилл! Ой, Саня! Ну ты, конечно, даешь! Я плачу, сижу! Слушайте, маньяк, конечно, Саня до слез Варпача довел, но это просто... С маньяк, конечно, у нас топовый! Так, ладно, сидим, сидим, пацаны, без паники, без паники! Я не знал, что ты стоишь! Стоит такой, смотрит, чё-то я не... Чё-то я не понимаю, где я их мог увидеть? Нет, нет, сразу три маньяка. Ну давай еще раз раунд, давайте мне еще раз. Это было весело. Так, только давайте я перезапущу, потому что 6 минут, все дела. Так, ну это было, конечно, очень-очень весело. Следующую нычку я уже не знаю, так что... Я тоже. Ну давайте, пацаны, в принципе, у меня есть идеи, поэтому можете побежать за мной, как бы, и... Ну, я... Да, пойдем. Я пойду по своей ночи, у меня... Я пойду понятно, по своим стопам. Ну ладно, Кирюх, погнали. Пойдем, пойдем. У меня, смотри, тут есть... Во-первых, как бы вот это я... Ну не, я не думаю... Это на отход, если что. Смотри, вот сюда вот. Так, где-то здесь я помню, была. Вот, смотри, сюда. Ага. Подожди, я же помню, что-то было тут еще. Подожди, подожди, подожди. Так, ладно, Саня еще пока не может быть, не тут? Подожди, ну вот тут вот что-то есть, я только... Во! 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 Вообще по кайфу! Джонни, зря ты с нами не пошел. А я с нами не пошел. Я просто пошел бы дальше, но я провалился, короче. А, да, окей, давайте осталось. Прикол в том, что я не думаю, что он знает про эту нычку, как бы, Кирюха. Да, тут хрен найдешь, мне кажется. Тут причем, знаешь, если вот так вот встать, то он не видит даже через радар. Да. Вот, поэтому это здорово. Я самое главное вовремя секунд прятаться. Я предполагаю даже, походу, где он находится. Да. Пометим давай, здесь давай, сразу, прям сразу пометим. Давай сразу, да, как бы, график, естественно, нарисуем. Ну чё, Саня, давай, выходи. Нигде не Санёчек. Не, не воняет. Мы мылись, а вот от тебя прям чуется. А прям вот запашок, запашок, такой запашок-то чувствуется-то. Вот где-то приближается, вот где-то приближается. Вот прям слышно. А вот сейчас вот уже не слышу. Самое главное увидеть хотя бы Саню, знаете, вот тут это... никого. Первый взгляд на маньяка, это самый важный. Обзор! Да. Тут никого. Опен, это не опен, это как... Ай, забыл, как называется. Ревью, нет, не ревью, типа... Нет, не ревью. Дежавю.
Нет. Ладно, неважно, в общем, неважно. Саня, ну, я тебе дам подсказку, что мы находимся недалеко от одной из детских площадок, вот. Да. А площадок, именно А площадок или площадок? П значит площадка. Детских площадок. Так, Джонни, как у тебя там? Ну, я вышел покурить. А, понятно. Понятно. То есть не маньяка ищет, как бы жертва, а жертва на маньяка находится, да? Да, да, да. Кстати, Кирюх, смотри, мне кажется, или вон там вот тоже есть какая-то нычка, смотри, вот куда я смотрю. Ну вот, видишь, там, ну что-то похоже есть такое, да? Что-то чуть-чуть, буквально вот прям малюсенькое. Малюсенькая такая вот тема. Да, ничего, как на природе гуляешь, а как... Как, нормально, да? Нормально, да, вот у фонтана ходить? А слушай, Кирюха, а ты вот это видишь? Что? Вот, ну, вот это. Да. А это, ну ты понял. Ну не, это так не работает. Ну не работает? Не, так не работает. Ну все, это прекрасно, это прекрасно, слушай. Да, это самое главное. Но да, я просто я... понимаешь, подожди, это там нет ничего. Это. Блин, там здесь ничего нет. Нету, братан. Ну нету, как бы, и все, да. Не, там... Саня, я ж тебе дал подсказку уже, ну мы что на детской площадке. Вообще? Я ж тебе говорю, тут несколько есть детских площадок, их тут несколько, по-моему, две или три. Да тут, вот. Мы на одной из них, ну тут ищи, давай будет. Ищи. Сейчас мы поиграем, братан, ты давай это, рыской там, о, шпрехой, у меня тут, бегай. У меня тут столько конфеток, пива всякого такого, ох. О, так, это подсказки, подсказки, пошли, Саня, подсказки. Подсказочки, подсказочки. Кирюха, честно, вот знаешь, вот, ну, на волоске, на волоске. На волоске, да, вот. Я бы сказал, но я пока промолчу. Честно говоря, когда он тут был, да, я думал, что он сейчас зайдет сюда. Сначала так просто. Прикинь, как только в чате нам написал, где находишься. Так, Кирюх, мне кажется, время нанести еще граффити. Да, время нанести еще. Время для граффити. Что у вас за место? О, нихрена вы там. У нас анархисты. Да, мы тут это против закона, все дела. Да, 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 да. Ассасауна полис. Да. Чисто так пробежал. Саня, ты давай вот уходи, а потом, короче, беги к нам поближе, пожалуйста. Да, мы тебя видели. Мы тебя еле-еле видим, просто через деревья реально сложно тебя заметить. Тут есть что-нибудь? Ты к фонтану подойди. Да фонтан. Я вижу вас на радаре, вот здесь под низом. И какой под низом? Какой под низом? Ты чё, какой радар? Какой радар, Сань? Ты чё, читеришь под радаром каким-то? Забудь, а, про радар. Я под радаром. Под радаром, ты чё? Ты под радаром? Что ты принимаешь? Это новый вид какого-то чая, я не знаю. Просто маньяк. Ты какой маньяк, а? Просто. Я сейчас все окна, блядь, проверяю. Давай, проверяй, конечно, проверяй. Да, проверяй окна. Так, Кирюха, может быть, этот... Да, может быть, может быть. Вот у окон было слишком близко. Маньяк сам спрятался. Маньяк заныкался, да? Да, да. Маньяк был слишком близко. В клетке, красава. В клетке, красавчик. Да нету там нас, братан. Нету? Какой коробкой? Какая коробка? Я вижу где-то вдалеке мелькает. Ты вверх зайди, посмотри, давай, последняя подсказка. Вверх, вверху окна, братан. Вот ты вверху по окнам стрелял сейчас. Ну вряд ли эти. Подожди. Так. Только одно. Кирилл, в окнах, братан, ищи в окнах. А как до тех окон добраться? Мы уже убежали оттуда. Кирюха, Кирюха, за мной, быстрее, 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 вот сюда вот. Бегу, бегу, бегу. Давай сюда, давай сюда, давай сюда. 38 секунд, издеваетесь? Беги, беги на это, беги, короче, Сань, где этот, балконы, балконы, мы на балконах. На балконах сидим, короче, тебе просто надо бежать на балконы, да. Да, балконы, которые рядом с парковкой, прям рядом. Если успеешь до этих балконов, конечно, добежать. Если успею, вот, да, вот в этом главное. Беги, 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 беги. Ну время так-то поджило. Беги до балконов. О, красавчик. Кого это мы видим там, а? Кого это мы там видим? Кто там у нас? Кто это там на балкон залезает, а? Кто? Ну-ка, Саня. Кто у нас там на балконе залезает? Это Саня. Уйди, Кирилл. О, Кирилл, успел убить. Последнюю секунду. Чё, пацаны, погнали, время настало, чтобы спрятаться, и спрятаться хорошо. Саня, давай нам подсказку какую-нибудь, потому что я знаю, что, ну, как бы, ты сейчас был маньяком, и я, естественно, нашел, наверное, за это время какую-нибудь хорошую нычку. Уже вейпы тут сидят, я только жду, уже все задымили, спасибо, да, спасибо. Да, да, вот, кстати, вот так, здесь Кирюх, вот есть, кстати, тоже давай нычка. Проверим вот это то, что мы тут видели, смотри. Там либо есть, нам это... а туда Саня забегал уже. А, забегал уже, да, да, он да, туда? Да, 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 а, да, да. А, ну ладно, ладно, я знаешь, что знаю, кстати, смотри. Кирюх, вот смотри, я знаю, что вот в одном из этих окон, да, есть, по-моему, нычка. Во, видел?
Видел, куда я кинул? Смотри, видишь, вот там вот есть нынче. Куда вы там залетаете, я не понимаю. Только как туда попасть, я не знаю. Вот здесь. Тут нужен какой-то элемент паркура, реально. Так, паркурщики, сейчас я выйду, и вам не поздоровится. Это очень сложно. Блин, я почти попал. Блин, у нас время вообще так-то на исходе, Кирюха. Да. Так, ну все, ребята, сейчас. 5 секунд, и маньяк выходит. Да кого? Секундочку, секундочку. Так, подождите. Все, я вышел. Пошел. Так. Подождите, подождите, подождите. Нет времени ждать, время умирать. Ищи на балконах, мы на балконах. Так, Кирилл, я попал. Ты так. попал? Так, только вот какой именно из этих окон-то? Во, дальше, вот это. Дальше. О, вообще топовая нычка! Тут, слушай, ну, прям... Балкон, давай, там. Кирюха, ко мне, Кирюх, давай, успевай. Ой, закидываю там декой уже. Так. Ну, блядь. Не вовремя я, блядь, вышел. Кирюха. Вот я чувствую, нахуй. Кирюха, давай, 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 давай ко мне, быстрее, 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 быстрее. Отлично. В последний момент, капец, это было потно. Отлично, просто подрыв ворвался. Я не оттуда просто запрыгивал. А, откуда? Ну потом покажешь, если чего. Так, ну Джонни. Я по кругу бегаю. Блядь, он за мной бегает, сука, иди в сраку. Да, а что это? Джонни, мы можем дать подсказку сразу, что мы находимся рядом с прудиком. Вот, там, где рыбки плавают и все дела. Алекс, может, хватит, давай, умирай, как мужик. А где, вы бегаете? Они вон там бегают, я их только что видел, Кирюха. У них там свои брачные игры, в общем, понятно. Да, да, уха, уха. На, сука. Да. Так, Джонни, Алекс, короче, смотри. За нами теперь. Да, Сань, посмотри реально за нами. Ты мог пойти вместе с нами. Нифига себе, как вы забрались. Вот так вот, братан. Джонни, Джонни, видишь лавка у прода? Как? Лавка? Вот так да, вот. Лавочка у прода. Ну такая вот, там посиди, покорми голубей. Не, стоп, да, вижу. Вот, вы можешь покорми, посидеть, вот, можешь посидеть, газетку там, почитать. Кстати, там, кстати, голуби сидят рядом, вот там можно, кстати... Да. Искупайся, правильно, да, молодец. Да, ну, что-то жарко сегодня. Посмотри, да, жарко. Да, 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 да. Ребят, вы не расскажете, как вы туда попали? Да, нет, конечно, мы не расскажем. Расскажем, потом. Конечно, конечно. Подождите. Когда-нибудь. Тут читерским методом. Значит, я сижу. Во, вот да. Ты сидишь. Сиди, вот сейчас встал. А теперь, вот стой, а теперь поверни встал. Спиной. А теперь поверни спиной. Так. Во. Ну и чё? Так. Это вот... Так. Что, это вот. Куда он побежал? Подожди, куда он побежал, интересно? Я не знаю, куда он побежал. Я его потерял из виду уже. Они, сука, заныкаются. Да, ну вот именно, и сидят потом до конца. Да-да-да. А что еще делать-то, а? Нам же нужно заныкаться от маньяка. Да, согласен полностью. Так, Кирюх, мы, кстати, знаешь, что забыли? Мы были в нычке и ни разу тут даже графики не давали. А, они на мной тоже издевались. Не-не-не-не-не-не, Саня, предатель! Так. А чё вы издеваетесь? А где? Подожди, я не вижу маньяка, я не вижу его. Я тоже не вижу. Блин, Кирюха, вот это уже может быть опасным. Ребят, так. Это реально может он быть опасным. Спиной. За спиной. Бежим, бежим, бля, бежим, он за спиной. Повернулся. Чего? Он за спиной, отлично. Да вы куда спрятались, я не понимаю, алло. Так, тихо, тихо, вот. Тихо, Кирюха, Кирюха, он нас не спалил, сейчас. Да? Издевайтесь, что ли? Маньяк, до сих пор нас не видел. Я не видел. Он в туалеты побежал, он в туалеты побежал. Отлично, в туалетах самое оно. Так. В туалетах самая прикольная твоего, нычка. Твоего тела видно. Смотри, я даю еще одну подсказку. Возвращайся к пруду. Но опять не искупаться вот это. Давай, да, не, не надо, не надо. И снова на лавку, и снова знаешь, на лавку. Есть самая секрет. Вот смотри, на лавку. Подожди, Олег, дай я сейчас покажу маленько. Давай, давай. Смотри, Джонни, чтобы нас найти, вот смотри, сейчас прыгни три раза. Посмотри под подушку, да, я знаю. Посмотри под лавочку. Да не с этой стороны, с другой. С другой стороны. С другой стороны. Вы что, срёте на меня? Где вы? Да я не понимаю! Где вы заныкались, сука? Что это за место? Ой, ловощи! Вы издеваетесь? Я просто думал, вообще я просто думал, он просто так на то, что отвернись, уже не купится. А вот прыгни три раза и посмотри под лавочку, сработало. Кирюха, причём еще да. с другой стороны. Ой, ловощи! Да, капец, как, куда вы заныкались? Подожди, подожди, подожди. А если нам просто встать сюда, Кирилл, тест на внимательность? Давай вот реально давай. Как голуби чисто. Сука! Вы что, издеваться еще вздумали? Джонни, Джонни, вернись на лавочку. Давайте. А, сука! Я что, реально не видел? Вы там все время сидели? Серьезно! Вернись четвертый раз на лавочку. Я уже вижу. И что ты не видишь? Вот еще раз вернись на лавочку. Так, Кирилл, подожди, опасно, походу. Уже сейчас начинает быть опасно. А, слушай, знаешь?
Да, он не заберется. Нет, там не с той стороны заберет. О, рыбки, здорово, рыбки, здорово! Рыбки! Первый! Нет, качели! Качели! Беги, беги! Паркурим, паркурим! О, беги! Здрасте! А, нифига! Обманочка! Обманочка! Ай, сука! Велосипед! Здравствуйте, рыбки, снова здравствуйте! Извините, что побеспокоил вас! Ну, сука, ты серьезно, что ли? Последние секунды. Ну что ж, Олежа, ты у нас маньячок предпоследний, так я понимаю, да? Да, конечно, конечно. А куда мы будем прятаться? Вот реально, куда теперь прятаться? Куда мы пойдем прятаться? Я вот даже... Ой. Сработало тут. Так, куда мы будем прятаться от Олежи? Ну, я не знаю, пацаны, нужно найти нормальное место, нормальное. Нормальное место, ага. У меня есть предположение, вот там, где еще никто не прятался. Ну да. И что это за место такое у вас? Не знаю. А, вы еще не знаете, да? Мы сейчас по ходу придумаем. Мы по ходу придумаем. О, ясно, все. Improvisation, it's my profession. Давайте. Осталось 15 секунд, давайте, Олежа выходит. 15 секунд. Я уже спрятался, походу. Такая мини-топ нычечка. Ой, ну у меня вообще лайтовая нычка, все, я спрятался. Ну вы что-то я чувствую рядом. Итак, я вообще не знаю, куда все попрятались. Маньяк выходит на охоту. Кто тут навейбил, господа? Ну я понимаю, что как бы, ну зачем? Я потерялся ой, на секунду. Ой, вот это я зря сделал. Я, пожалуй, дождусь, наверное, пока... Так, кто-то появился у меня на миникарте. Это, наверное, дикой. Да. Это, возможно, дикой. А кто ими разбросался здесь, даже а? Не знаю, а кто знает, кто знает. Опа! Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Так, я снова запутал. Вы, конечно, тут своими дикоями тут... Здравствуйте, до свидания. Вы что, в минивэне сидите? Подождите, или что? Нет, ладно, показалось. Ну, я чувствую вот задницу, чувствую, что где-то нычка есть. Вот прям... Я слышу, как вы прыгаете. Так, подождите. О каком минивэне вообще речь? Ты где? Не надо тут вот ля-ля-ля-ля. Да, что-то, маньяк, где ты вообще? Мы тебя не видим. Да, конечно, подождите. Я чувствую, что где-то вы здесь. Где? Тут нас нет, братан. Так, в смысле нету? Вот так вот, все легко и просто. Нас тут нет. Мы нигде. Так, нас тут нет. Время-то идет. Время идет. Я понимаю, что минуты. Идет. Я отвечаю, что вы где-то здесь, но я докопаюсь. Давай. Найди. Докопаюсь. Да где-то же здесь. Найди меня. Это ваше место. Ну найди меня. А где он вообще? Скажите мне. Я его не вижу. Я тоже не знаю где. Это на полном серьезе, Олег. Я не знаю. Я уже понимаю, что это на полном серьезе, раз вы так говорите. Так, тут все закрыто. У меня просто такое дурацкое место. Сюда Олег даже не подошел. У меня тоже настолько дурацкое место, что просто я еще удивляюсь, как его не спалили. А че Олег затих? Так, это кто дверьку там открыл? Я тут же. Здравствуйте. Да как ты догнал меня? А чё у тебя за дычка такая была? Я спрятался, я просто сидел и смотрел на тебя, ты меня не видел. Надо было продолжать сидеть и смотреть, короче. Ой, где это ребята затарились? Ба-бам! Подожди, я чувствую, что где-то здесь, Я знаю, я помню, что здесь где-то была такая же дычка. О, серьёзно? Ты за кем сейчас смотришь? За... Я понял. Да. Ой, я понял. Не смешно. Вот это было не смешно. Подожди, а как ты туда спрятался? Ну, я не скажу тебе, потому что... Ты следующий маньяк. Так, подождите. Олег, ты никогда не найдешь. Вообще никогда, а может кто-нибудь даст подсказку хотя бы какую-нибудь там. Ты сразу найдешь. Ну, тут коробок много. Давайте так же с Лавочкой поиграем, как в прошлом раунде. А там так не получится. Блин. Там нет. Ну ты далеко ушел. Можешь на самом деле сесть за какой-нибудь столик. Да, под зонтиком. Понятно. Отдохнуть. Понятно, понял. Да. Стопэ! Я зонтик. Вспомнил про одну нычку. Ну-ка. Про какую? Снова нычку, тут навыпили. Ну что ж вы будете. Это я выпил. Что же тут такое-то, а? Ну-ка. А, так, блин, ну-ка. Еще и фиг запрыгнешь тут, а? А ты можешь вот через забор. Оп! Забора проще. Точно. Так, я знаю, что оттуда прилетело. Оттуда, я же знаю. Нет.
Нет. Нет? Не оттуда? Нет. Так, нет. Подожди, здесь вот никого в дверях-то нету? Нет, здесь тоже нет. Нету, ладно, ладно. Блин, и там мужчина запрыгнул. Там 100% никого нет. Вот прям 1000000%, что там никого нет. Все вот где на этой локации, никого. Вот где-то ищи, вот не, даже вот туда можешь не прыгать. Там туда тебе ничего не приведет. Вот на этой локации на пятачке ищи. Такой же смех был. Ну просто настолько дурацкое место, я просто... Ну это реально дурацкое место, причем у обоих. Так Олег их ни разу не видел, вот так в чем я прикол. Вообще ни разу не видел, подождите. Нет, это не здесь, это не здесь. Здесь Олег. Тоже, не, у меня минуты ровно нет. Осталось, вы, пацаны, издеваетесь? На первоначальных локациях пробую искать, на... Ну вот здесь вот, да. Вот, Олег, это ревенш, вот это ревенш, понял? Вот да он, я пятачок, понял, это понял, это вещь. Подожди, что, вернулись обратно ко мне, что ли, в логу? Здесь я не знаю, есть кто-то или нет, себе? Но на пятачке начальном точно, типа, где... Этот, улица-то это, улица Сезам или как она? Подождите, так. Такая прям здесь... улица. Кто-то здесь не то. Улица Сезам, улица Армян, что? Улица Армян, да. Да блин, дайте подсказку еще, 25 секунд как никак осталось. Да, слишком много дверей. Я бы, если бы я там сидел, я бы усался, отвечаю за тем, что я это все смотрю. Но я сдерживаюсь, как бы. Сука, минус ну один, и Саня прям, он прям на твоей респауне, короче. На он моем, на твоем респауне. На моей респе, да, что ли, да, Саня? Да, он нет. Сидел, ты в коробке, там слева от коробки был вход. Да ладно, подожди, да. Где? Вот тут где-то? Тебя пошел еще раз. Коробок прям, вот, да, вот сюда, вот, да, вот желтый. Не могу даже убить меня, не смог. У вас осталось 2 секунды, и я выхожу и иду вас искать. Может, договоримся, может, не будешь выходить, Кирюха? Зачем? Сиди там я же тепло. Заплачу. Там пивко есть, конфетки. 5 дымовых гранат, окей. 5 дымовых пивко, гранат. Конфетки, о, да? Джонни, mm-hmm. Может, ко мне присоединишься? А что у вас там? Я заезжал бы. Знаешь, кто они? К чему там присоединяться-то? Ну, понял, к чаепитию, да? К чаепитию. Чаепитие, да? Еще? А, да. Чаепитие. Ну да, да. Я сразу о чаепитии подумал, мной, погнали, в принципе. Погнали за мной. Да мне сыкотно. Вам сыкотно. Охренеть! Вот про эту нычку я не знал. Вот про эту нычку? Мы только побегали здесь! Чё себе? Меня убили! Меня по силу убили! У меня 13 хп осталось! А там чё, слезать можно было? Я думал, там нельзя залезть. Где ты? Не куда ты убежал? Искать, подожди, не надо меня а искать. Чем он тебя задел? Он тебя шокинг? Он мне тазером, да, тазером. А почему ты не умер? Я знаю. Понял, ты убежал. Он через текстурку задел не, меня. Не, я тебя просто защитил своим телом просто. А, не, он у меня вторым ударом, я когда убежал, то после того, как он тебя убил уже. То есть там через текстурку просто было. Так, где Марпач? Где я? Кирилл, ты где? Ты так сказал, значит, ты меня видишь, да? Конечно, я тебя вижу, блин. Да, если так. Я был где-то, я бы не спросил. Тони, у меня нормальное место? Ну, такое, знаешь, на самом деле. Нормальное. Ну. Пока. Где же ты, а? Где же? Вот ты недалеко убежал куда-то. Ну, Олежа хорошо уж точно. Ну, это понятное дело. Я разве могу плохо спрятаться, видишь? Нет, конечно. Надо срочно проверить то, что я уже проверял. Там Саня сидит, чисто хэдшот ему, так бенч. Да. Отсюда прям. Меня так, видно, что? А где Саня? Ну на карте-то он видно? Видит тебя. Ну я вижу твой этот... Интерфейс, да? Привет. Здрасте. Так, подожди, ты видел его интерфейс, что? Смотри, он сейчас так же прицелится. Я хочу присесть и посмотреть, где ты видел. Кирилл, возьми калаш в руки. Да. Вот у себя. Такую же траекторию. Ты запомни, как я сидел. А прикинь, попал бы, это вообще жесть было. А прикинь, реально убил бы таким способом. В голову причем вообще-то. А, где же у нас Санёчек? Сейчас весьма интересно будет. Ну-ка, подожди. А ну? Джоня, наблюдаешь, это да? Это жесть просто. А где он? Какая разница, где он? Он что? А, вот он. Я такой стоит в лыхании, сейчас что случится? В смысле, как ты туда залез? А вот, всё. Поэтому он и не паниковал. Ну сейчас оттуда достанем. Слышь? Как ты залез туда? Это знаете, что меня напоминает игру какую-то в детстве? Это ничего не напоминает. Ну это я тоже туда на заборах прятал. Эй, спустился! Сейчас калаша расстреляет. Спустился оттуда, На вейпил. Блядь! Сука.
Прям перед тобой на самом деле. Ну я с первого раза не забрался просто. Ну да, блин, это было прикольно. Эйс, эйс, ребята, эйс. Эйсуху забацал. Да, да, эйсуху забацал. На нарезочку. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша серия по CSGO Маньяку подошла к концу. Надеюсь, она вам понравилась. Вы поставили лайк, подписались на все наши каналы. Ну а с вами были, как всегда, Коби, Варпач, Джонни и Алекс Фокс. Всем пока-пока. Всем удачи, всем пока, друзья. Куда, пока, куда Алекс делся? Покойтесь.